Эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Все в жизни меняется, и эти изменения могут казаться плохими, могут казаться хорошими. Но все они ведут нас туда, куда мы позволяем им себя вести. Вопрос лишь в том, чего мы хотим на самом деле, какой цели стремимся и о чем мечтаем. Все остальное — лишь стремительный поток времени, который несет нас к нашей цели. И если цели в жизни нет, или она невнятная, тогда и пунктом нашего назначения будет нечто неопределенное, странное и, может, даже пугающее. В своей жизни я определился, чего хочу, ведь для этого было достаточно времени, опыта и осмысления. И пусть кто-то посмотрит на это с усмешкой, кто-то осудит, а кто-то удивленно поднимет брови. Все это не так уж важно, потому что если ты идешь на компромисс со своей совестью и тем, во что ты веришь, то даже если все вокруг будут одобрительно тебе подмигивать, внутри ты будешь оставаться пустым, безжизненным и неудовлетворенным. Быть собой, не дать себе засохнуть — вот рецепт внутреннего спокойствия. Найти себя и бить ключом — вот что нужно каждому из нас. Творить и развиваться — не все могут это оценить, не все могут это понять, но главное, что внутри ты будешь наполнен и удовлетворен. И тем изобилием, что у тебя есть внутри, ты всегда можешь поделиться с другими, не чувствуя опустошенности. Как мы легко делимся вкусняшкой, тогда, когда сами не испытываем голода. Собственно, этим я и пытаюсь заниматься на Ютубе. И мне есть чем поделиться с вами, помимо игр. Многие и так это поняли, иначе зачем вы постоянно пишете мне ВКонтакте, задаете умные вопросы, на которые я с радостью отвечаю? Этот подкаст не совсем подкаст, хотя я вам и обещал праздничный на 200 тысяч подписчиков. Это скорее небольшой тизер того, как я собираюсь делиться с вами еще большим. Хочу сердечно поблагодарить всех тех, кто еще жив, всех, кто смотрит, лайкает и комментирует. Пусть вас немного, но зато вы активны. Вам не все равно, что там на канале выходит, не все равно, что со мной происходит. Без вас канал давно бы уже умер, ведь мертвые зрители остаются мертвыми, с ними кашу не сваришь, даже если их больше 200 тысяч. Благодаря вам я чувствую, что надо продолжать начатое, продолжать снимать и развиваться. Также спасибо всем, кто приходит на мои трансляции в ВК. Так здорово, что мы с вами можем просто взять и пообщаться, без всяких там расписаний, условностей и договоренностей. Открыто, свободно и непринужденно. Так что не выключайте свои приемники, кто знает, когда будет следующий стрим. А кто еще не в теме, добавляйтесь ко мне в друзья в ВК. Пока я принимаю всех. Пока. Сразу оговорюсь насчет того, что вы мне пишете в личку. Да, она открытая. Да, я ее просматриваю, но в последнее время писать стали так много, что я физически не успеваю ответить всем. Да и большинство сообщений не требует ответа. Так что если вы хотите, чтобы я вам не ответил, пишите сообщение в духе: «Привет, как дела? Что делаешь? Чем занят? Как тебя зовут? Из какого ты города? Поиграй в такую-то игру. Когда новая серия? Распишись на моей стене, подпишись на мой канал» и так далее. Пишите такие бессмысленные сообщения, и вы никогда не получите от меня ответ, я вам обещаю. А те, кто пишут по делу, тем я отвечаю с превеликой радостью. Как я уже говорил на одном из стримов ВК, на канале многое что изменится. И это многое случится уже скоро, так что не удивляйтесь, когда это произойдет. Многие из вас спрашивают: когда покажешь лицо, как тебя зовут на самом деле, в каком городе ты живешь и все в таком духе. Сегодня у нас с вами вечер откровений. Признаюсь, меня зовут не Маугли. Да, в паспорте стоит другое имя. И этот игровой канал не единственный мой канал на Ютубе. Есть еще два других канала. Один старый, немного замороженный, а другой новый, над которым я сейчас активно работаю. И на обоих я свечусь перед объективом камеры. Некоторые из вас даже видели меня однажды в кадре у одного другого ютубера, но просто не поняли, что это был я. Мастер конспирации 80 уровня, что поделать. Так что вот вам пища для поисков, ведь кто ищет, тот всегда найдет. А кто не ищет, пропустите информацию мимо ушей, она вас все равно не касается. На этом я сворачиваю лавочку. Еще раз спасибо вам за то, что вы есть. Это дорогого стоит. А с вами я прощаюсь до следующего видео. Всегда оставайтесь на высоте и увидимся!